Всем привет, ребят! Ну, у нас рубрика «Сливушки». И, как вы понимаете, у меня все чаще и чаще появляются такие видео. Это не значит, что я специально захожу в экспедиции, и они сливаются. Действительно, насколько понимаю, статистика все хуже и хуже. Именно на сложках. Почему-то все приходят и не знают, что делать, либо просто засыпают. Считают, что можно поспать, остальные вытянут. Так вот, это видео как раз вам как напоминание. Перешлите его тем игрокам, которые сливаются вместе с вами. Если экспедиция сливается, то это видео как раз для них. В последнее время очень сильно участились случаи, когда игроки просто не хотят играть именно в экспедициях, видимо, считают это слишком долгим, поэтому просто засыпают. Таким игрокам хотелось бы сказать: играйте, продолжайте на своих нормах, не ходите на сложки вообще никогда, потому что много раз сложка вроде как бы казалась простая, элементарная, но ее постоянно усиливают, потому что легко было ее проходить. И сейчас, насколько я понял, все считают, что это просто легкотня. Но, судя по статистике, очень хорошо все сливаются, прям один за одним. Если вы слились недавно на сложке или буквально вот в течение, допустим, декабря месяца, сколько раз это произошло, напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Ну а если честно, думаю, что просто игроки не понимают, что не может сложку затянуть 3 или 4 человека. Это просто физически невозможно. На норме, да, возможно затянуть именно мелким составом до 6-8 человек, но на сложке, если хотя бы играются примерно 10 человек, то не факт, что они до конца дотянут и вытянут эту игру. В общем, пишите комментарии, насколько часто сливаются сложки, насколько часто вы попадаете в такие ситуации. Кошмарщики все идут лесом с их командами, просто я знаю, что там тоже сейчас сливы, так как нет модулей. Ладно, жду комментарии.